Приветствую вас, а, давайте разберем ваш вопрос, Общаюсь с мужчиной на протяжении полутора лет. Я склонна очень к зависимым отношениям. Мужчина скорее контрзависимый на режима работы и зарабатыванием денег. Мы расставались в это время трижды. Uh, причин явных не было, он говорил, что я достойно лучше, нет, может до достойно лучшего. Uh, извините, пожалуйста, и uh, он не может дать мне то, чего, чего я хочу, и проводить достаточно времени. Через какое-то время мы случайно встречались и нас притягивало вновь, но заканчивалось все одинаково. У меня не получалось его забыть и любить не переставала, не могла смотреть на других. Я могу сказать, что а, давила на него по поводу отношений, тяжело переносила нечастые встречи и общение, очень засыкливалось на нем. А, Срах потери довел до панических атак на невроза. Я думаю, именно это способствовало очередному расставанию. Я устала от всех этих переживаний, но и чувствую что путь не против какие-то уроки, значит, но и не усвоены. Спустя 5, 5 месяцев после расставания мы снова начали немного общаться. Я решил попробовать вести себя как цельная личность, а не как жертва, требующая внимания. То есть не высказывать никаких претензий, просто по поводу смс-звонков, не спрашивать о совместном 어, проживании и так далее. При этом хотелось бы избавиться от тревожности, не окручивать себя, научиться наслаждаться тем, что есть. По принципу, «есть есть, он хорошо, нет, тоже ничего страшного. Если проблема действительно в давление давлении, то возможно это улучшится отношения. Если нет, то возможно получится просто самостоятельно, не страдаться зависимости, права ли я. И как наиболее правильно и безболезненно можно найти гармонию с собой? А в этих отношениях или вообще с мужчинами, есть ли какой-то алгоритм по выходу из состояния жертвы? А алгоритма общего для всех нет. Если вы решили, что такой алгоритм есть, то вы себя обесцениваете. Это первое. Второе. Вести себя как цельная личность и быть цельной личностью – вещи разные. В первом случае вы играете роль, во втором случае вы таковой являетесь. Чтобы такого являться, нужно а, раскрывать вашу жизнь, нужно учиться интересоваться вашей жизнью и замечать то, что в ней происходит, реагировать, а, а, выражать свое отношение. Собственно, это и есть путь к выходу из состояния жертвы. Принятие личной ответственности, которая не имеет ничего общего с долгом и обязательством. А, далее отказ от выражения своих желаний, да? То вот. выражения того, что вас интересует, к примеру, там вопросы совместного проживания и так далее, не делает вас менее жертвенным скорее делает вас еще более жертвенной, потому что вы это в себе давите, а потом это, ну, соответственно, будет как-то проявляться и как-то выражаться уже, может быть, в другой форме, а может быть в той же, но куда более э, сильно, куда более агрессивно, вот, куда более э, разрушительно. Поэтому здесь вопрос не в том, чтобы вы перестали это делать, а в вопрос в том, чтобы вы увидели, а какую проблему вообще вы хотите решить. То, то, что вы выбрали такого мужчину, контрзависимого, да, как вы говорите, ну, в первую очередь связано с тем, что вы пытаетесь добиться внимания у человека, а это всегда взаимоотношения с отцом. А, ну, по крайней мере, у женщин это всегда вот взаимоотношения с отцом, как правило. То есть, мужчина в данном случае, почему вы к нему так прикипи, прикипели, потому что он а, запи, а, запечатлелся вам как некий такой вот родительский образ, внимание которого нужно добиться и которого нужно а, к себе привить. Дальше. Если вы говорите о панических атаках и неврозе, то это так просто не уйдет. Невроз это достаточно тяжелое, серьезное состояние, которое, э, при котором нужна психотерапия. Ну вот. И, соответственно, вам нужна психотерапия, чтобы, в общем-то, из невроза выйти. Вот. То, что вы описываете, на мой взгляд, э, свидетельствует о том, что вы, во-первых, себя... Вот вне мужчин как-то не видите, и через мужчин вы пытаетесь а, компенсировать то, чего не хватает вам, и на мужчину вы пытаетесь опереться в том, где на себя опереться не может. Почему не можете на себя опереться? Потому что кажется вам, что вы какая-то не такая, кажется вам, что вы плохая в глубине души, почти каждый созависимый человек уверен, что он какой-то не такой, и сам он один вообще ничего не стоит, не значит, что не проживет, а основная ценность заключается в том, чтобы создать семью, и т.д. это то есть в ком-то раствориться. И если в семье и детях, например, ничего плохого нет, по большому счету то совершенно очевидно, что это не может быть единственной целью, не может быть эм, каким-то основным руслом. У вас же задача мужчину к себе привязать. А, и, соответственно, что мы действительно? Мы действительно что... Вы не нацелены на самореализацию, на развитие своих интересов, на развитие своего внутреннего ми, э, внутреннего мира, на развитие своего мироощущения. И, соответственно, как результат вы пытаетесь опереться на другого человека, человека и взять это у другого человека. Может быть, даже вот в какой-то степени из зависти, что вы завидуете, что он такой вот независимый, что он такой вот э, самостоятельный и да, так далее. Хотя, хотя одержимость работы и зарабатываем денег, извините меня, тоже, скорее всего, зависит. Поэтому я бы не сказал, что мужчина такой вот контрзависимый. Скорее, зависимый, но от другого. Получается, что вы находитесь в зависимости. Вот. Поэтому тему созависимости вам нужно изучить. А, самый лучший способ а, выйти из созависимости – это работа с личными границами и в быть самим собой. То есть, иными словами, быть внимательным к себе. И это то, что глобально вам нужно учиться делать. Быть внимательным к себе. Это та да, психотерапевтическая работа, которую нужно делать вместе со специалистом, которую вам необходимо пройти для того, чтобы а, как бы реализовать вот то, что вы хотите, хотите, вот, вот как как как-то так, как-то так. А, что можно сделать прямо сейчас? А, ну во-первых, а, значит, я сообщение изучить я сообщение. Второе, честно признаться себе в том, а, что вы хотите для мужчины и что вы хотите от мужчины. А, максимально конкретизировать и определить это желание. Вот. И, и как бы посмотреть на пути реального на текущий момент а, сп реальных способов реализации. Реального способа а, воплощения, скажем так определиться со своими потребностями, чего вы хотите, какая основная потребность у вас сейчас. Вот. Я бы сказал, что основная потребность у вас сейчас это опора, это неопределенность, это защищенность. Соответственно, если потребность защищенности, то это нужно э, работать именно вам, э, а не, мужч не как бы с мужчиной. И важно понимать, что э, потребность защищенности э, актуальна для всех. И важно понимать, что потребность защищенности э, потребность в иерархии, то есть в том, э, кто я и на каком месте нахожусь в обществе, э, должны быть удовлетворены до того как начинают строить, начинают строиться строить отношения. Потому что в противном случае как раз таки и происходит ситуация попадания в зависимость. Почему в зависимость? Потому что если я э, нуждаюсь в защите, если я не знаю, кто я, то другой человек может меня определять. Вот э, какой-то такой аспект. Но у вас может быть установка, что я вообще-то вот как-то вот э, в себе, например. А uh, не очень уверенная. У меня есть остановка, что uh, я не очень понимаю, кто я, какая я, куда я движусь, я не очень вижу свой собственный жизненный путь. И я обязательно должна построить семью. Uh, ну, например. Или быть с кем-то. Ну, например. Если я не с кем-то, то я плохая. А вопрос-то надо задать. Ну, короче, вы с кем-то. А кто с кем-то? Вот кто с мужчиной находит, ну то есть поня понятно, что вы женщина, да. А кто вы? Что вы? Вот вы <coughs> давите там на него, да, по поводу там а, совместного проживания, да, просто по поводу того и так далее. Почему? Вам нужно внимание, вам необходимо внимание, да, внимание. Но а, потребность в внимания есть у всех. А вот способ реализации этой потребности у вас крайне деструктивен. Потому что потребность во внимании во внимание реализуется путем моего собственного отношения к человеку. И получение естественной обратной связи на это у тех, кого это цепляет. И это не один человек. Это не, не только мужчина. Это не определенное число людей. Понимаете? С одной стороны. И да, это вот стабильность, да, это вот как раз защищенность. То, что вы просите звонки и так далее, может быть уверены в том, что вас любят. То есть вот хочется получать подтверждение того, что меня любят, что я любимая, что я значима и так далее. Почему? Потому что я сомневаюсь. В том, что меня можно любить. А откуда я это знаю? Потому что у меня есть идея, что я какая-то не такая. А откуда я это знаю? Почему, чего я решила, что я какая-то не такая, да? Из-за некоторых обесценивающих тенденций внутри себя. Вот с этими обесценивающими тенденциями и нужно работу. А, ситуация, повторюсь, осложняется, на мой взгляд, тем, что вы считаете мужчину контрзависимым. То есть вы его априори идеализируете раз, не замечаете его зависимости два, и как бы делаете его центром своей вселенной три. И дело здесь не в том, чтобы э, дело, дело здесь не в том, что вы, э, что вы ставите его на пьедестал. Дело здесь в том, что кроме него-то да как-то ничего более интересного в вашей жизни нет. Вас не интересует ничего. Кроме мужчины. Мужчина этот чувствует, понимает, что это ограничивает его свободу, и от вас отстраняется. А, вы говорите, путь еще не пройден, уроки не усвоены. А, честно, это очень похоже на рационализацию. То есть я буду пытаться выстраивать эти отношения, потому что мне кажется, что уроки не усвоены, а путь не пройден. Как вам это кажется? Непонятно. Не желание отказаться от человека, страх отказаться от человека. Да. То, что вы описываете? Нет. Потому что, ну, в принципе, уроки могли бы, могли бы быть усвоены уже после первого расставания. Ну, потому что совершенно очевидно, да, что если люди расстают, значит, у них есть проблемы. И совершенно очевидно, что если люди сходятся, как бы, то эти Пр э проблемы никуда не деваются. Проблемы могут меняться, если люди над этим работают. Вот. Я имею в виду э семейную э терапию. Вот. То есть оба человека приходят и работают над отношениями. Да, тогда проблемы могут решаться. Так нет. Потому что вы находитесь в своей парадигме, вы находитесь в парадигме своих взаимоотношений, и, соответственно, вы находитесь на привычных рельсах ни вы, ни ваш партнер не видят ситуации целиком. Потому что ни один из вас не является сторонним наблюдателем того, что происходит. Понимаете, какая штука? Вы оба заинтересованные лица. И как заинтересованные лица не могут видеть в полной картины, так и вы не видите в полной картины того, что происходит. Ну, как, например, вы не видите того, например, что а, вот доставая мужчину там относительно совместного проживания, вы пытаетесь себя обезопасить. Вы пытаетесь получить определенность. Не задумываясь дома, а почему мне вообще в ее, ее в жизни-то не хватает? А не пытаюсь я вообще как бы какую-то вот избыточную определенность получить? А принимаю ли я, например, тот факт, что есть вообще какая-то неопределенность, и это нормально в жизни? А когда я могу принять э, неопределенность? Когда я доверяю себе. Когда я могу э, позволять себе реагировать в моменте на какие-то какие вещи, а не пытаясь все контролировать. Когда я могу что-то отпускать, а опускать я могу только тогда, когда я себе доверяю, а себе я не доверяю. И я пытаюсь вот это вот недоверие себе компенсировать э, тем, что вот растворяю другому человеку, пытаюсь на него опереться. Знаете? Ну вот. То есть это костыль! Это костыль! Вот вам самой ага, по жизни как-то трудно, да? Вот. И вот вы, вы опираетесь на эти на эти костыли, видимо еще. Знаете, какая штука. Никто не говорит о том, что там не нужна там забота, ласка, там, тепло, любовь от других людей. Нужно. Любому человеку нужно. Это нормально, мы социальные существа. Вот но вопрос не в этом, а вопрос в том, что может быть это будет, а может быть этого не будет. Люди либо могут, э, люди могут дать вам вам это, а могут не дать. Мужчина может согласиться вам это дать, а может нет. И что вам делать, если он не согласится? Знаете? А, а у вас каждый раз такой вот вабанок получается, что либо ты мне даешь четкое понимание, живем мы вместе или нет, да? При этом, как бы э, даже здесь я на себя ответственность не беру за это. То есть, ну, я могу сказать, я хочу там, не знаю, с тобой жить, да? Ну вот, я хочу с тобой жить. Э, партнер говорит, слушай, ну я не готов. Я говорю, а ну хорошо, значит, раз ты не готов, значит, как бы вот моей парадигме, если ты со мной не готов жить, значит, как бы, э, ну я тебе не так важен, все мы расстаемся, Точка. Это позиция, позиция. Она может быть правильно неправильно но это позиция. И человеку с ней нужно считаться. А вы не ставите человека перед фактом своей позиции. Вы вообще человека со своей со своей позицией не, знаком, не знакомите, вероятно. Или знакомите на виде претензий, истерики и так далее, что воспринимается как обида, как, и как истерика, как каприза. А не как позиция, вот именно конкретно ваша позиция. Знаете? Поэтому... Вот я и говорил вначале о том, что внимательность к себе и к своей жизни. Интересоваться собой и своей жизнью. Учиться быть собой, учиться выражать и проявлять свои разные чувства. То есть, например, честнее было бы, вот когда вы спрашиваете мужчину про совместное проживание, честнее было бы ему сказать, например, я как-то боюсь, да. Вот боюсь идти по жизни. То есть я как-то себя неуверенно чувствую по жизни. Это было бы честнее. И это было бы права. А вы это трансформируете в претензию ему, когда мы будем жить с тобой вместе. Вот в чем радость. И получается, что вы не искренне. Получается, что вы не строите, э, не строите отношения человек, а строить человека, другого, и, естественно, это будет вызывать сопротивление. Понимаете? К сожалению, ситуация такова, что если один э, человек склонен к, зави э, к зависимым отношениям, он не выбирает себе партнер э, партнера, не склонного к зависимости. Вот. Ну, так, потому что это работа, так работает подсознание. Мы, э, с, за, за, зависимые люди выбирают других зависимых. Как вы выбрали зависимого человека? Но называя его контрзависимым, контр вы себя обманываете. И я подозреваю, что вы обманываете себя не только в этом. Я подозреваю, что вы во многих вещах еще себя обманываете. Или просто не видит, или просто используете политику, там, не знаю, Страуса и так далее, да, То есть, когда просто от, от, от проблемы спрятался, как бы, и всё. И вот я спрятался от проблемы, и нет. Но это немножко так не работает. Вот какой-то такой ответ. Надеюсь, что вам это было полезно. Интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Uh, желаю вам всего самого доброго и удачи. Обратная связь нужна для формирования базовых постулатов для uh, психотерапии, с которой она начнется.